Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24, и сейчас я покажу вам, как сделать скриншот. Итак, первый способ. Мы можем провести ребром ладошки вот так вот по экрану и сделать скриншот. Далее можем зажать кнопочку питания и уменьшение громкости одновременно и сделать скриншот. Можем опустить также вниз шторку и найти здесь скриншот. Если его здесь нет, мы нажмем на карандашик, нажмем «Изменить», найдем его здесь, вот он, снимок экрана, добавляем, нажимаем «Готово». Теперь свайпаем вниз и нажимаем «Снимок экрана». На этом все. Спасибо за просмотр и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.